Факторио 1.0. Недавно вышла. Добываю уран. Уран. Дай. А, о, уже первый уран. Уран 238 появился. Что с ним делать, я не знаю. Мне нужно получить атомную энергию. Мирный атом. Ну и потом военный атом. Обогатить уран надо будет. Вот моя центрифуга работает. Интересная игра, Факторио. Что же с этим делать? Теперь так идет. Чё? Что-то сломали? А, нет. Мины. Минное поле. Взрывается. На чем я остановился-то? А, у меня ошибка была. Я пока просматривал прошлое свое видео, когда играл, записывал видео, я заметил, что вместо красного сундука вот такого, я поставил желтый сундук на разгрузку снарядов на моей первой базе. Это значит, что какие-нибудь роботы транспортные или строительные положат в этот желтый сундук что-нибудь лишнее, не снаряд, какой-то другой предмет. И это собьет автоматику, автоматическую поставку снарядов, собьет с толку. Будет нарушение поставок. Поезд, мой поезд будет непрерывно ездить между станциями. Этого допускать не нужно. Возвращаюсь. Так, что там? Одна пушка, одну лазерную пушку я потерял. Так, надо будет уменьшить мою рожу. Или повыше поднять. Надо чуть-чуть повыше поднять мое лицо. При следующей записи. А то не видно. Так, сел я в поезд? Сел. Поехал на станцию. Ага. Пробка. Железная дорога занята. А во, освободилась. Поехали, биби. Сейчас желтый сундук заменю красным сундуком. Это начало. Начну с этого. Потом на этой базе, на второй базе у меня проблема с железом. Железа мало. Надо проверить, как производятся ракеты мои. Спускаются. Будет ли обкип какой-нибудь. Количество синих, количество белых бутылок научных надо сократить до 20 тысяч. То есть 20 ракет запущу, 21, и небольшая пауза будет. Приехал почти. Сейчас будет развилочка. Опять мины взрываются. Нет. Да. Ой, двух строительных роботов потерял. Какой кошмар. Так, что здесь у меня? Ну да, желтый сундук стоит. Это ошибка. Должен быть красный сундук. В красный сундук никакие роботы ничего не положат. Только манипулятор может в красный сундук что-то положить. Всю ошибку исправил. Глупую ошибку. Кто же не ошибается? Это мы удалим. Это нам не надо. Все, тут мне делать нечего. Вот центрифуги появились. А, они у меня и были. Ну, надо их вернуть. Навел 909. Вторая база моя. Энергии не хватает, и
я остановил из-за этого научные свои разработки. Научные исследования я остановил из-за нехватки энергии. Потому что на развитие науки требуется колоссальное количество энергии. Потому что нужно производить бутылки научные. Что потерял? Опять мины. Две пушки потерял. Жалко пушки-то. Если пушки теряю, значит надо ставить дополнительные защитные пушки. И вообще, у меня скоро появится уже огнемет. Огнеметная башня. Сейчас решу проблему с энергией и с железом. Основные ресурсы мои. Поставлю уже огненную пушку. Посмотрю, как она работает. Я еще ею не пользовался ни разу. Приехал на базу. Ой, подстанцию сломали. Гады. О, воду пьет. Сдохни, сдохни, жук противный. Тут что у меня? О, патрон. О, это энергонезависимые две пушки у меня. Стоят еще. Даже шестерых жуков убили. Как здорово. Не зря, значит, стоят. Так, плюю я к своей атомной энергии. А, центрифуги мне не нужны, я их выгружу. Хватит и одной. Пока. Оп. Сейчас роботы за мной погонятся, чтобы вытащить у меня из инвентаря 10 центрифуг. О, а тут что? А, тут слепая зона для робопортов. А, мы поставим тут еще робопорт. Энергию подвел, все. Теперь здесь сеть есть. Логистическая. Так, а тут что? А тут тоже нужен робопорт. Пум-пум-пум. О, подвел электричество. Робопорты. Количество робопортов не влияет на затраты энергии напрямую. То есть прямой связи между количеством робопортов и затратами энергии нет, поэтому робопортов можно ставить неограниченное количество. Хоть впритык друг к другу. Энергия потребляется робопортами только если летают роботы. Транспортные или строительные. Пушки активные. О, мины взорвались. Так, сколько у меня чего тут? 37 уже, 238. Урана 238. Что с ним делать? А, поставлю-ка я еще одну центрифугу. Есть у меня. О, возьму. И поставлю куда-нибудь. А, сюда. Это у меня экспериментальное все, центрифуги. Может, топливо ядерное поставить? Нет, потом. Так, это потом. О! Коварекс. О-о-о. А! Атомный реактор нужно поставить. Центрифуга не нужна. Атомный реактор нужно поставить. А как его сделать? Я его ни разу в игре не запускал. Не строил. В редакторе однажды попробовал его построить, но потерпел фиаско. Фиаско, значит, неудача. Так, построить ядерный реактор. Ядерный реактор, ядерный реактор. Атомный реактор. Йон. Где он строится? А, вот он. Опа! Вот это он сложный.
Недешевый. И что он потребляет? Какое топливо он потребляет? Какое сырье? Я даже не знаю. И... Ага. Только еще энергию потребляет. 40 мегаватт. И выдает 40 мегаватт. Тоже. Так, и бонус соседа 100%. То есть, если два атомных реактора, значит, бонус будет 100%. Соседский бонус. Интересно. Поставлю фабрику, которая будет производить атомные реакторы. Мирный атом. А красных схем-то у меня нету. Дорогая вещь, атомный реактор. Сначала синий сундучок поставлю, который будет запрашивать ресурсы. Так, сюда красный сундучок. Так. Сюда, сюда. Пум-пум. Так. Пум. Апкип 10 реакторов. Если 10 реакторов будет в сети, в логистической, значит, остановим производство. Реактор 10. Меньше 10. Оп. Будет производство. Пока реактор в сети логически не будет равно 10. Много. Дорогие реакторы. Так, тут сколько хочешь, что хочешь. Так, значит так, что мне нужно? Медь, сталь, красные схемы, бетон. Запомнил? Медь. Сталь. Красные схемы. Бетон. Запомнил. Конкрет. Конкрете. Бетон. О, красных схем. Дефицит. Катастрофа. Катастрофа. Что делать с этим? О, уже 53 урана 238. И ни одного 235. Как светится. Так, что же делать? Надо наращивать производство красных схем и наращивать добычу железа. Что, ко мне летит? Так. О, все летит, ты глянь. А, по чуть-чуть. Понемножку. А, долго ждать, конечно. Пока появится атомный реактор. Центрифугу поставить еще одну. Так, зачем она? Я выкину. В сеть. Скину в сеть. В сеть ее скину. О, полетела центрифуга. Не в ближайший сундук, а куда-то далеко. Ух. Куда полетела центрифуга? На подзаправку, на подзарядку полетел. Подзарядился робот. Транспортный робот подзарядился и полетел дальше. Ладно, пусть летает. О, соберу камень. Толченый. Так, это роботы соберут, это роботы соберут. Что взорвалось? Мины, 10 мин. Роботы ремонтируют пушки. Пушки ремонтируются роботами. Итак, нужна добыча. Чего нужна добыча? Где у меня вообще эти самые майнеры? Мне нужны майнеры. Добывать надо железо. Больше, больше, больше. Или не надо? Так, здесь есть. А, тут все есть. А, ну посмотрим, где там у меня ядерный...
Где у меня ракетная шахта? Пусковая шахта где-то. Где-то пусковая шахта. Уже ничего не помню. Давно не заходил. Последние 2 недели мало играл. Уже стал подзабывать, что где. Что взорвалось? О, одна пушка сломалась. Ничего страшного. А, подстанции строятся. А где ракеты? Ракета? Там что ли? О, надо мне эти... запросить. Манипуляторы. Сотку. Или 50, а 50 хватит. Сколько их в сети? 465 штук в сети. Привезут. Принесут мне. Так, это у меня любрикант в бочках. Смазка. Любрикант и смазка. Так, сера. Производство серы здесь у меня налажено. Здесь у меня ракетная шахта. Ракетная шахта. Ракета производится непрерывно. Уже на 5% следующая ракета построена. На 6%. В шахте 4. Улучшенных модуля производственных дают экономию 40% в ресурсах. Вот. О, сколько много уже. 5000 бутылочек у меня есть. Ограничу. Бутылки 20 тысячами. Так, где провод? Ой, как много у меня спутников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 13 спутников есть. Спутники производятся на этой базе быстрее, чем ракеты. Это неплохо. Так, что тут есть у меня? Ой. Так. Так, бутылок у меня. А что это синий-то поставил? Ну, чудило. Сюда нужен красный сундук. Но красный сундук есть. Можно сундуки менять, как удобно. Так, остановить загрузку спутников. Если... То есть, значит, ставлю условия. Манипулятор включен, если количество бутылочек... Бутылочки белые. Меньше 20 тысяч. Ну так, будем ракеты запускать. Ограниченное количество раз. Чё же я? Структуры низкой плотности. Производятся меньше, медленнее, чем остальное. Структуры низкой плотности. Итак, у меня дефицит сейчас. Посмотрю, как снаряды перевозятся. Снарядом сбегаю сейчас к поезду со снарядами. Надо увеличить добычу все-таки железа. Я вижу в этом необходимость. Все-таки одиночная игра здесь очень интересна, но мультиплеер дает больше возможностей, конечно. В мультиплеере, когда играет больше одного игрока, карту можно освоить, большую площадь карты можно освоить. О. Ну,
Я и так постараюсь побольше захватить территорий. Хм, надо рыбку половить. Рыба нужна для производства спайдер-тронов. Вот я поймаю сейчас 45 штучек. 45 рыбин. Ну, роботы ловят рыбу. Это взрывчатка. Где мой поезд? Поезд, поезд, поезд. Тут у меня производство брони и комплектующих. Ну, атомные реакторы всякие. Что это? А, лазерная защита. В спайдер-трону можно вставлять лазерную защиту, как интересно. Стреляют. Замечательно. Так, вот мой поезд здесь, который перевозит серную кислоту. Ага. Вот здесь будет остановка поезда, который перевозит снаряды. Вот, стоит, ждет, когда сундук будет пустым на той станции. Пусть ждет. Включенных станций нету, и поезд стоит. Когда станция The Crafty Dog включится, The Crafty Dog, станция включится, поезд поедет к ней сразу же, потому что условия ожидания выполнены. Зеленые отображаются. Так, снаряды есть, снаряды есть. Куда летим? Я уж про них забыл. Вот они. Они мне манипуляторы тащут. Догнали меня роботы. Транспортные роботы. Логистические. Так. Ну, моя нога болит меньше, но побаливает. Ну, функционал. Функциональность ноги потихонечку восстанавливается. Несколько дней назад я не мог стоять даже. Ходить не мог, стоять не мог. Пью таблетки. Не работаю. Зато играю. Кот еще мяучит. Скучно ему. Зовет меня поиграть. Так. Что мне хотелось здесь взять-то? Скелеты. А, аккумулятор на костюм. На этот костюм мне нужен аккумулятор. Я его получил. Ни одного еще. Что будешь делать? Personal Battery MK2. Все никак не сделает мне. Где у меня батарейки производятся? Вот они. Вот они есть здесь. Какая-то у меня ошибка здесь, значит. Какую-то ошибку я допустил. Ты что за ерунда? Какая-то ошибка. Personal battery. Так, что здесь у меня? А, это батарейки. А где... персональные батарейки. Кажется, я их не произвожу. У меня нет фабрики, которая их производит. По ходу дела. Допустил ошибку, что ли? Это батарейки. Вот в чем ошибка была. Костюмчики мои МК-2 запасные. Оп, 10 штук.
дары. Все есть. Уже все произведено. Видимо, я допустил ошибку. Где мой... мой чертеж нужный? Где-то у меня чертеж есть хороший. Ага. Поставлю-ка я вот так. Тун-тун-тун. Опля. Давайте, роботы, ставьте фабрику сюда. А, зачем ее ставить-то? А. А здесь что произошло? А, они же... Фабрика была разрушена, и все упало. Выпало из фабрики все. Надо все собрать. Это же сырье. О, дела. Я не помню, что здесь было. Угу. Так, здесь я знаю, что было. Это понятно. Оп. Так, а, сейчас столбик привезут. Столбик приехал. Так, здесь что было? Personal Laser Defense. А. Все поломалось у меня. Ерунда какая-то. Восстановим. Так, тут у меня экзоскелетон был. Как оно так поломалось-то все? Не восстановилось обратно. Да, экзоскелетон, давай 40 пусть будет. 40. Давай строим экзоскелетоны. А здесь что было? Не помню. Тут что? Ага, тут есть. Пум-пум. Папа. Не помню. Что? Что он запрашивал? Вижу, что он запрашивал. Он запрашивал структуру низкой плотности и синие схемки. Что из этого производится? Что-то важное. Ни за что не узнаю теперь. Так. Пум-пум-пум. Тук. Сталь и батарейки. Ну, давай, поехали. Зеленая схемка есть. Пу-ру-ру-пум-пум. Сотку. Ограничение 100 батареек. Сталь и батарейка. Сталь. Батарейки. Так, роботы полетели. Ну и мины взрываются. Да, интересные потери. Необычные. Так, что здесь производилось, не знаю. Не могу понять. Щиты, может быть, энергетические. Посмотрим, из чего он производится, щит. Где фабрика? Нет, не из этого.
За что не узнаю. Тут у меня сложная взаимосвязь между фабриками. Ладно. Ну что, летит что-нибудь? А, все летит, но не прилетит никак. Так, что у меня тут есть? Порты строительные. Ой, как их много. 30 штук. Максимум. Это есть. Это есть. Ой-ой-ой. Что-то ломается. О, 10 мин взорвалось. И жуки не прошли. Как замечательно. Мины экономят ресурсы. Они убивают жуков до того, как жуки успевают сломать лазерные пушки. О! Персональные батарейки появились. Сейчас за этой персональной батарейкой, за тремя, кто-то прилетит. Никто не летит. Никто не летит. Какая-то ошибка. Где у меня МК-2 батарейки производится? Батарейка МК-2 где? А. Где-то была же. Здесь торбопорты. А, может, это она и была? Нет. Видел же. Чего-то я не вижу. А! Может, это? Ну, пусть будет так. Заработает хоть что-то у меня. А, вот, а это батарейки, это просто батарейки. Фантастика. Чего-то я не увидел, чего-то я не понял. А. Угу. Сейчас транспортные роботы прилетят. О. Сейчас роботы заберут 8 батареек. Мне этот аккумулятор понадобится для данного костюмчика. Ладно, этим я потом займусь.
Где у меня вопрос? Где у меня буровые установки? В каком, на какой базе производится? Наверное, на первой. На этой базе у меня буровых установок нету. О, только 10. Поеду ты, поеду-ка я на свою первую базу за буровыми установками. Далеко уже ездить, надо все-таки как-то переходить на ядерное топливо. Или атомное топливо. Ядра атомов. Расщепляются, появляется ядерная энергия. И атомная. Синонимы. Чуть-чуть ухудшил качество записи я. С 50% на 45% качество чуть-чуть уменьшил. Вроде бы компьютер быстрее работает. Приехал. Смотрим, что в этой сети творится. И здесь их нету. Надо наладить производство этих буровых установок. На какой базе это сделать? Это не на какой. Ну надо производить-то. Нет, эту базу я трогать не хочу. Пусть будет та. Потратил время. Так, здесь мне ничего не надо. Так, проверим эту базу. То есть эту станцию проверим. Что здесь? Здесь только снаряды. Только снаряды. Сюда вот у меня роботы привозят медную руду. Запасы медной руды потихонечку истощаются. Скоро надо будет уже поезда ставить, строить. У меня поезда только на нефть. На снаряды, на нефть, на снаряды, пассажирский поезд. Мало поездов. И серную кислоту один поезд перевозит. Железных дорог настроил. И катаюсь по ним один. В 6:30 выпить таблеточки. Сейчас 5 часов. Через полтора часа пью таблетки. Немножко пообедал, слегка перекусил. Какое-то чувство в животе. Щеки чувствую, опухли, я поправился. Надо есть больше овощей и больше двигаться. Сегодня ходил до почты. На почту ходил. Километр туда, километр обратно. Получил море удовольствия от прогулки. Но ходил я, превозмогая боль в ноге. Так, будем производить теперь майнеры. Буровые установки электрические. Зеленые семки, шестеренки, железо. Быстрое производство. Так. Красный. Манипуляторы. Ой, не ту кнопку нажал. Так. Рабопортик поставлю. Пригодится. Сюда вот. Свяжу рабопорт и инзертер. Инз...
конвертер-манипулятор будет работать, пока боровых установок количество меньше 500. Ой, как много, ой, как много. Куда их девать? Ну, работает, работает. Так, для производства нужны зеленые схемки. Что еще? Шестеренки железа. Все это у меня есть в виде сырья. Теперь транспортные роботы потрудятся. Будут таскать сырье сюда на производство. И когда будет построено достаточное количество майнеров, я обеспечу добычу железной руды, наверное. Если это нужно, еще непонятно. Может быть, руды достаточно добывается, просто я и не успеваю ее переплавлять. Может быть, так. Вот, да ее полно. Надо ее только переплавлять. Значит, не нужны буровые шахты, буровые установки. Больше печей поставлю. И все. Вот. Зачем эти же? Ну, пригодятся. Буровые установки все равно пригодятся. Так, половим рыбку. Половим рыбку. Рыбка нужна для производства спайдер-тронов. Появилась хоть рыба? Я ее тут ловил уже. Один заброс, 200 рыбы дает. Ну, кто-то меня смотрит. Двадцать рыбин появилось. Ой, робот! Робот не видит. Ну, сейчас роботы поймают 20 рыбин. Ну, кто-то звонит. Ну, пусть звонит. Надо фотку сделать. Что получилось? Отправлю в статус WhatsApp. Стрим в Стиме. Статус WhatsApp будет. Ловит рыбу. Поймал. Побегу переплавлять железо. Теперь буду. А, печи есть? Ой, печей нету. Ой. А это мне тоже не нужно. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Я ничего не нужно. Печи есть в этой сети? А, не так. Надо нажать кнопочку L. Кнопочку L. Фурнаце. О, есть. Фурнес. 200 штук есть. А зачем мне они с собой? Мне они с собой не нужны. Давай, лети ко мне, робот. Один робот может взять 4 предмета, если это не снаряды артиллерийские. Ой, сейчас я чихну.
Вот это чих, вот это кайф. Так, побежал ставить переплавку, переплавку. А, в любом месте же можно переплавку организовать. Чё я? Странно такой. Так, здесь камень. Да, пусть здесь будет. Так, поищем нужный план. Так, колесико кручу, shift, кнопку shift на клавиатуре зажимаю, кручу колесико. Где-то у меня нужная схема есть. Ой, тю-тю. Не это, не это, не это. Не это, не это, не это, не это, не это. Сталь нет. Есть у меня такая. Ой, она затратная. Площадь большую занимает. Ну ладно. Пусть будет. Что будет, то будет. А зачем? А, подведу железо. Сейчас три хаба поставлю. Три узла. И на базе будет производство. Как поставить? Вот так. Сейчас роботы поставят все это быстренько. Модулей достаточно. Просто подведу железо переплавленное, готовое, туда, где мне кажется, где, как мне кажется, не хватает потока железа. А пока сюда я подведу железную руду. Как по-английски переплавка? По-английски переплавка... Слово забыл. Что с моими мозгами? Слово такое. Переплавка. Что ж, в интернет залезать, чтобы слово найти. На букву С. Переплавка. Как написать-то? Iron. Крутится на языке слово. Так, роботы потихонечку. Ну, роботы ставят все, все элементы схемы. Чертежа моего. Ну, слово, которое давно не использовал, которое я давно не встречал и не использовал. Не могу вспомнить. Такая особенность человеческой памяти. Что за слово-то? Буду думать. Сейчас буду вспоминать. Ау! Я отсюда возьму сырье. Поехали. Поехали. Здесь развилочку поставлю. Я ничего не путаю? Нет, не путаю. И развилочку здесь поставлю. У меня аж три хаба. Три узла. Ой. Вопрос теперь, куда одевать столько переплавленного железа. Ёшкин кот. Как же переплавка-то? Слово. Залезу в интернет.
переводчик. Переплавка. Сейчас я буду разочарован. Какое же простое слово. Переплавка. А, мелт, смелтинг. Переплавка. Ремелтинг. Расплавление. Мелтинг. 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 Ну да, я знал это слово. Но забыл. И не на букву S. А, подожди. Почему не на букву? Да, на букву S. Расплавить. Это смелтинг. Расплавление. Подожди, ну-ка, расплавить. Расплавить. Пфф. Не, есть же слово смелт. Смелт. Ой. Смешно. Нюхай. Да. Слово-то есть, только нет, означает. Нюхать. Смелт. Ага. Итак, мне нужно слово. Мне нужно слово английское, которое приводится с русского языка. По-русски это будет плавка. Alt Shift. Плавка. Плавка. Ой. Why? Плавка. Фьюз. Плавка. Фьюз. Фьюз. Ага. Ну-ка давай вот это слово. Ладно, буду использовать это слово. Melting. 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 Пыч. Melting. На карте надо поставить маркер. Так, не хватает энергии. Поставлю я сюда что-нибудь энергетическое. Оп. Заработала. Здесь работает. Все, три хаба крупных построены. Куда-то надо теперь дотащить железо. Я видел, где-то дефицит железа был. Опа, руды железа не хватает. Как замечательно. Перестарался. Где не хватает железа? По карте посмотрю. Радаров полно, понатыкал. Вот где не хватает железа. На производстве. Так, здесь не хватает, здесь не хватает. Угу. Я, пожалуй, здесь и поставлю соединение. Вот так. Соединить железо. Откуда? Так, вот отсюда сюда. Вот как здесь не запутаться? Так, еду до железо. Так, веду железо до железной дороги. Потом так, потом так, так. Легко ошибиться. Поехали. Так, и нельзя трогать залежи урановой руды. Хотя в природе-то в реальности урановых руд не бывает. Там другая руда. Уран же это производится не из урановой руды. Замечательно. Теперь надо ждать, пока мне привезут синие конвертеры, конвейеры. 1К. Оп. Enter нельзя нажимать. П
Поехали, давайте. Летите ко мне, мои верные роботы. Слуги. Чтобы еще привезти мне? Все есть. А, о, это мне не нужно. Шестеренки мне не нужны. Чего они мне нужны? Сталь не нужна. Медь. Ой, медь пригодится. Что-нибудь сделаю из нее. Ну где же эти транспортные роботы? On the way. Сейчас нужно дождаться, пока роботы эти привезут мне. А, еще нужны сплиттеры. Давай-ка я сплиттеры закажу. Сплиттеры. А, пусть будет. И подземных. Подземных билтов надо много. Летят, летят. Роботы забирают лишнее. Так, привезли сплиттеры. Мне. О, еще 4. А, вон. Без этого можно прожить. Готово. Продолжаю работу свою. Прим. Подземных конвейеров нужно очень много. Они дорогущие. Чё они летают? Ай, пусть летают. Так, провод неудобно. Провод должен быть здесь, на плече у меня. Конечно, гемор проводить этот железопровод. А, где-то здесь стык у меня будет. И? Где я, где у меня? О. А, и здесь нужно железо тоже. А. Везде нужно железо. Ну, а я буду тащить туда, куда планировал тащить железо. Поехали. Подземный. Траншею прокопал. Где карта? Прошел, что ли? Ага, почти дошел. Еще чуть-чуть, метров 40. Это здесь. Ага, вот тут. Так, у меня есть... где карта, 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 карта? Ага. Вот в этом месте нужно соединение сделать. Где схема? Где-то у меня есть схема заготовленная, чертеж. О. Эй. Угу. Пуруру парурурум. Парурурум. Вот так.
Пум-пум-пум-пум. А вот сюда я поставлю. Хе. Ну я и придумал. Подземный. Еще подземный. Поехали. Приехал, все. Все, схема готова. Сейчас роботы поставят недостающие элементы. И пошел поток железа на этот участок. Заглядение. Обожаю на это смотреть. И все равно железа где-то не хватает. Зеленой схемки. А тут зеленых схемах полно, и дальше не доходит железо. Вот тут производство идет полным ходом. Вот тут железа не хватает. Сюда как-то провести надо железо. Посмотрим, что с этим можно сделать. Сырья не хватает. Уже переплавляется вся руда, видимо. Тут... Где у меня? Тут полно железа. Так, дела небольшие у меня. Паузу надо поставить. Надо поставить паузу. А то меня съедят. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так-так. Вот она, карточка моя. Не говорим лишнее. Так, пусть видеозаписи. Запись видео продолжается. Сейчас подойду. Так, сначала я это запишу на бумажку. Так. Хоть меня ошибиться. Дело нужное, неотложное.
Так, с этим дела. Так, уладил. Продолжаем. Да, нужно много железа, много-много железа. Ну здесь-то полно, вот здесь полно железа. Где-то оно у меня истощается, поток железных пластин. А вот здесь вот раздваивается. Сюда идет, туда идет. И что-то сломали. Мина, не страшно. Сюда идет железо. Не, ну в принципе нормально здесь. Ну можно увеличить приток железа сюда. Еще процентов на 40. Что сломали? Ой, строительных роботов жалко больше всего. О. Посмотрим. Что с сырьем? Хватает ли железной руды? Хватает ли железной руды? Сейчас посмотрю. Вот он. Походу дело... Так, здесь хватает железной руды. А дальше? Я посмотрю дальше, что. Так. Вот он, поток моего железа. Что-то его мало. С одного хаба мало железа приходит. Ну-ка, сейчас я соединю хабы. Узлы. Переплавочные. Мелтин. Мелтин. Почти на месте. Так, а железная руда где? Железная руда закончилась. Здесь. Дальше бессмысленно было строить два хаба дополнительных. Нужна добыча железной руды. Любасики. Железная руда есть на месте у меня. Так, а тут что у меня с железной рудой? О, две пушки у меня без патронов. Удаляю. Посмотрим, что с железной рудой. Наверное, поезд уже пора ставить. Здесь, а, нет, поезд рано. Так, это не действует. Буровая установка не действует. Потому что закончились ресурсы на ней. Здесь та же ерунда. Удаляем. Так, о, пушки без патронов, пушки без патронов. Как тут вообще жуки-то не проходят? Пыпым, тут сломался, а мина опять взорвалась. Ну вот, видимо, вот эти пушки лазерные удерживают всех жуков. О, так, это удалили. Так, ну это у меня, эти залежи железа у меня полностью разрабатываются.
Тут ничего нету. Тут что есть? Тут тоже ничего нету. Так, надо поставить... Так, у меня есть подходящая схема? Чертеж подходящий есть? Не помню сейчас. А, вот что-то есть. О! Это устаревший, надо его обновить. Так, обновим. Пум-пум-пум. Я сейчас апгрейд сделаю ему. Каким образом? Вот так. Все, апгрейд сделал. Сохраняю блюпринт. Чертеж. Все. Так, у меня не хватит опор деревянных. Сколько их осталось-то? А, 2000 еще есть. Нормально. Пойду построю здесь добычу. Налажу добычу железной руды. На этой базе пригодится железная руда еще. О! Ну да, кайф. Получается, что-то я тупо все это сделал. Так. Так. Ага. Ну пусть будет так. Ерунда. Ерунда получается. Ну-ка, отменяю строительство. Здесь строительство отменяю. Тут надо деревца убрать. Ну, большие запасы железа у меня, железной руды. Рабопорт поставлю где-то. Энергия. Искричество, электричество. Подал. Еще рубопорт. Так, электричество. Еще рубопорт. Где-то здесь. О, ты хелки-моталки. Придется схему какую-то перерисовывать. А эту схему я удалю. Не действует она. Что-то надо новое изобретать. Угу. Так, ставлю майнер. А где? А у меня их нет. Надо заказать. Десяточек. А. Боровых станок пусть будет 50. Ну ладно, пусть будет. Они есть, они в наличии. Отлично. Вот пушку потерял лазерную. Неплохо камера показывает все. Веб-камера у меня хорошая. Ах, нога затекает. Сижу на одной половинке. Нога больная, ягодица болит. Левая. Правая нога затекает. Надо деревца удалить. Здесь. Зачем они нужны?
деревья на топ, на строительство электрических столбов. Так. Рыбку поймаем, половим рыбку. О, 130 рыбин будет поймано. Здесь еще. Хорошо, что я воду не засыпал. Вода-то зачем особо не нужна, но оказывается рыбу ловить. Хорошо. Так, чего же я бегаю-то? А, приехали. Буровые установки приехали ко мне. Сейчас буду придумывать чертеж, сочинять. Где-то здесь. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Хватит. Хватит. Это должен быть цикл. Цикл у меня будет. Так. Так. Типа фрактала. Ну, нет, не фрактала. Узор должен быть. Непрерывный, повторяющийся циклический узор. Должен получаться. Это я сделал. Подстанции может уже ставить? Можно? О! Одна подстанция все обеспечивает. А куда девать деревянные вышки? Дерево-то полно. Да, пусть будут деревянные. Так. Идти куда? Так, сюда. Раз. 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 И дальше. Дальше, дальше, дальше. Справа, слева. Так. Зациклить, зациклить надо их. Надо немножко воображение проявить. Как будет дальше орнамент продолжаться. Так, так, а! Ну вот так, собственно, больше никак. С краю будет вышка. Здесь. Здесь и здесь. А! И здесь еще. Вот так, и здесь вот так. Наверное, так. 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 Нелепо. Во! Какая-то у меня ошибка здесь. Пробили оборону. Ой, радара нет. Где это? О-о, артиллерию снесли. Гады. Ну, гады. На севере второй базы. Что, мне туда бежать теперь? Нет, не хочу я туда бежать. Пусть строительные роботы сами все восстановят. Строительных роботов у меня 600. Много. Могу только понаблюдать, как они это будут восстанавливать.
Как они будут прилетать? Они же быстро летают. О, о, летят, летят. А жуки их будут сбивать на лету. Бесконечно. Ах, побегу разбираться. Вот они. О, радар разбили. Не знаю, бежать туда. Я могу не успеть добежать. Строительные роботы могут все восстановить. Че бьют? Радар разбили. Мины взорвались. Понаблюдаю. Так, а тут что, радара нету? Электричество есть? Электричество есть. Рабопорты есть. Что разбили? Мины. Тут не страшно. Еще понаблюдаю. А, вот радар. Поставили. Он здесь был. Что здесь происходит? Битва. А, мины взорвались. Все, радар поставили роботы. Где-то. Все, радар стоит. Все. Атака захлебнулась. Вражеская. Мужики бегут. Бестолковая. Все. Ладно, не зачем мне туда бежать. Возвращаюсь к рисованию моего чертежа. Так, симметричности я добился. Добился. Убираю лишние столбики. Сколько здесь столбиков? Так. Посмотрим сейчас. Электричество подведу. Так. Так. Да, электричество везде есть. Хватает. Теперь надо лишние столбы убрать. Чем нужен перерасход материалов. Так, тут лишний. Тут два лишних. Работает? Работает. Здесь у меня два лишних столбика. Вот так. Все работает. Так. Рисую. А, надо же вставить еще модули. Производственные. Раз, два, три, четыре. И это еще не все. Это еще не все. Сигнальные теперь провода мне нужны. Много. Больше, чем здесь есть. Раз, два. Сначала по горизонтали соединю. Соединил. Теперь по вертикали надо соединить. Соединил. Теперь по диагонали надо соединить. А могу я через один соединять? Или не надо? По диагонали соединить надо. Это уже лишнее. Так, что у меня здесь? Так, и вот здесь я соединю тоже.
Когда строительные роботы это строят, затраты материалов на сигнальные провода не происходит. Сигнальные провода бесплатные, их можно много вешать. Ну, навешал. Теперь сохраняю чертеж. Пум-пум-пум. 12 буровых установок. Посмотрим эффективность. Что еще нарисовать? Так, это у меня пиктограммочки будут. Имя задать. Дрел. Сколько у меня их тут? 12. 12 PCS штучек. 12 штучек. PCS. Все, записал. Это я сделал. Сохраняюсь. О, тут более хорошо видно, как что происходит. Сохранил. О-оу. О-оу. Сейчас посмотрим. Будем жить. Будем жить. Новости хорошие. Ой. Смайлик нужен. Смайлик. Ой, что-то разбилось. Пум-пум-пум. Пам-пам-пам. Надо это засунуть в книжку. Так. Где-то взять. Опа. В книжку. Сюда. Все, путем. Теперь могу ставить эти дрилли. Это у меня орнамент. Тум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Вот так. Оп. Ага. Сообщение интересное. Паузу надо поставить. Вижу, сложно писать. Так. Телефончик. Телефончик.
Да, не хочу выключать компьютер, не хочу видеозапись выключать. Продолжаю. Продолжаю стрим. А сколько человек меня смотрит? Меня никто не смотрит. По ходу дела. О, роботы летят. Роботы летят, строят. Потихонечку по моим чертежам. Все, что необходимо. Вот как интересно. Загляденье. Оп. Ой, так. Это вот так будет стоять. Просто орнамент продолжается, пока может. И все, очень просто строить по орнаменту. Так вот. Оп. Главное не ошибиться где-нибудь. Ошибиться-то можно всегда. Пум-пум-пум. А тут что? Так. Много надо майнеров здесь. Сюда поставлю. Оп. Сюда поставлю. Оп. Последний фрагмент. Все. Полно всего будет здесь. Ну, надо будет наладить. Найти ошибки. Какие-нибудь ошибки есть у меня здесь. Наладить производство нужно по-любому. Большой залеж у меня тут. Сколько? О, 9 миллионов. С бонусами там все 20. Все 25 миллионов. Железной руды. Вот что я не могу определить теперь. Все лишь эти самые майнеры, все ли буровые установки соединены в единую сеть сигнальную. Мне это нужно знать. А, вот уже не соединены. Я уже вижу, где они не соединены. Вот здесь. Ну что ж, тут я соединю сам вручную. Оп, оп. Пом-пом-пом. Надо хорошее зрение иметь. У меня зрение не очень хорошее. Ну, вроде бы все соединено. Ну, последствия, если, допустим, ошибусь, тоже не очень страшно. Просто сигнал будет несвоевременно подан. Здесь будет сигнализация стоять. Когда ресурсы будут истощены, когда ноль железной руды будет, я получу сигнал об этом. Ну, вроде сеть единая теперь. Не вижу нигде разрыва сети. Так, еще две буровых установки. Вот они. Все, провода сигнальные везде соединены. Везде они есть. О! А тут уже нет железа. Железной руды было так мало. Ага.
Сейчас поехали модули производственные. Так, это нам не надо. Сейчас все соединю. Дальше мне нужно объединить все это. Так, как я это буду объединять? Флоу. Флоу. Как ставить? Ой. И как это будет выглядеть? Так что ли? Видимо, так. 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 И так. Эй, уже слабо представляю. Я уже утомился и не знаю, что я творю. Надо отдыхать. И немного играл. По моим меркам, это я играю недолго. Так, сигнализацию надо поставить. Сигналку. И где она будет стоять у меня? Где-нибудь здесь, а. Где-то тут. Да. Сигнальный провод. Железная руда. Так, это уберем. Так, так. Железная руда равно нулю. Сигнал. No iron. No iron. Ну и так будет написано. Так все будет. Но этот сигнал не скоро прозвучит. Надолго. Такие залежи железной руды надолго. Такие залежи железной руды у меня надолго. Не хватает 88 модулей. Да не может быть. У меня же их было 600. Не хватает. Удивительно. Надо сходить. А, ну давай я эти отдам. Свои. Пусть роботы поработают. Оп. О, уже тащут. Неужели нету больше? Да, действительно, только один в сети. Надо за ними сходить. Съездить. Но там мало успело произвестись. Проблема. Проблема конкретная. Модулей не хватает производственных. Жуки разбили, уничтожили 300 модулей у меня производственных. Продуктивности. Модулей продуктивности. Куда полетели? Чудаки. Не туда полетели. Ладно, поехал я, значит, на базу номер один за модулями продуктивности. Осталось сколько? 15 штучек. Нет, 22 штучки осталось. Добыть, привезти. Ну, 22 может есть. Small Center. Так, тут у меня ничего. Тут, надо железо запросить. А, там есть железо. На первой базе есть железо. Сколько я уже пишу видео-то? Долго. Больше часа, наверное. Да, пару часов, наверное, записываю. Длинное видео. Надо залить его на YouTube.
Я еду. Мы едем, едем, едем в далекие края. Так, нужно еще 24 модуля продуктивности. А чего я жду? Когда будет готов у меня ядерный реактор. Когда будет готов. Который будет генерировать мне атомную энергию. Это основное мое. Основной пункт остановки. Пока у меня нет реактора, я не могу производить энергию и не могу продвигаться в научном. В науке. Не могу развивать науку. Приехал. Запрос сделаем. А где я его сделаю? Я поставлю синий сундук сюда. Сейчас. Синие сундуки будут все запрашивать. Чего я раньше-то об этом не подумал? Пум-пум-пум. 50 максимум, значит, в сундук помещается. В одном слоте 50. 48 слотов, 2400. Они будут летать сюда теперь. Прилетать. Жукам на растерзание. Так, тут у меня летит 120 модулей. Дождусь модулей. Сейчас они прилетят. Что-то разрушилось. Пушка разрушилась. Ой-ой, катастрофа, катастрофа. Потери неприятные. А вот так вот вам. Добавка. Увеличение, наращение боевой мощи. И мин добавлю. Ну где модули? Не приехали. Что мне со снарядами? Станция выключена. Или включена? Сколько снарядов? А, полно снарядов. Так, мне сообщение. Мне сообщение. Выключаю микрофон. Голосовое сообщение. Надо послушать в одиночестве. Микрофон работает. Где движняк-то?
Как-то все статично стало. Меди мало. Надо здесь медь. Увеличивать производство меди здесь. Каким-то образом. Тут я этим не занялся давно. Недавно я этим не занимался. Так. Прилетели модули? А, прилетели какие-то. О, 20 прилетело. Маловато. О, 24 есть, 28, 32. Ну ладно, что есть, то есть. 50 модулей есть. Поеду с этими. Так, здесь у меня логических нет запросов. Поехал. На ML-909. Яху! О, 10 мин взорвалось. Их расстреливают с расстояния, эти спитеры. 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 Так, ну надо немножко отдохнуть от Факторио. Надо данный видеоролик залить на YouTube. Дальше у меня в плане, значит... Ну, большие планы. Тут много чего надо сделать в этой игре. Надо обеспечить ресурсами базу первую мою. Я вижу, меди не хватает, медной руды не хватает. Уже истощается залежи. Залежи медной руды истощаются на первой базе. Приехал. Как же я быстро приехал. Так, разгружаюсь. А пусть здесь будет, пусть здесь лежат. Оп, сейчас их количество уменьшится резко. Оп. Роботы забрали. Мои модули. Ай, куда полетел? Ставить. Ну, на подзарядку улетели. Ага, подзарядились роботы. И летят дальше. Куда летим? Сюда летим. Мы прилетели. Все. Все хорошо. Теперь надо посмотреть, куда мне это все направить. Весь этот поток железной руды. Ой. А тут у меня тоже железная руда. Куча железной руды. Так, что делать? Так, сюда я поставлю. Тут подземный будет. Оп. Да. Здесь так. С этим понятно. Это так. Оп. Жить. Тут. Ну да. А тут что? А тут ничего. Угу. Сломал. Ошибок нет никаких больше, я не вижу. Ошибок вроде нет. Все четко. Так, подземный конвейер. Так, узел. Угу. Пум-пум-пум-пум. Так. 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 Ага. Так. Так, зона строительства нормальная? Да, нормально, все зелененькое. Значит, все хорошо. И куда же оно поедет? На переплавку. На переплавку.
Конечно же. О, а куда на прилавку? Так. А, далеко на прилавку. Туда, ну пусть. Так и будет. Макту, Макту. Как писал Пауло Коэльо. Макту означает «так тому и быть». Вот так, поток железной руды. Увеличился существенно. Здесь я так сделаю. Ой. Это будет так. Что еще будет? Ну и здесь также я сделаю слияние потоков. Посмотрим, что получится. Подземный. Все, потоки объединились у меня. Железное, железо. У-у-у, как много железа теперь. Какой ужас. Я богат. О. Теперь все хорошо. Мины взорвались. Битва какая. Посмотрю, готов ли атомный реактор. У меня производятся атомные реакторы. Производятся ядерные реакторы. Атомные реакторы. О! Готов один. Два даже. Класс. Класс, 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 класс. Ну ладно. Дальше я продолжу играть. Начну с этого реактора ядерного. Класс. Поставлю атомный реактор. Посмотрю, что с ним можно сделать. Ну все. Отдых. Отдых. Так, чуть-чуть поднять надо будет изображение камеры. На немного. Часть важной информации экран загораживает. Чуть-чуть приподнять.